Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Валерий, и я рада вновь вас приветствовать на моем канале. И сегодня у нас на обзоре вот такой вот интересный конструктор. Как вы понимаете, это конструктор от LEGO Education. Очень многие в комментариях и в личных письмах меня просили снять обзор, распаковку именно на этот конструктор. Увидели, что ко мне пришла эта коробочка в пабликах в Инстаграме. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на ТикТок, там много всего интересного для вас я выкладываю. И поэтому сегодня я хочу для вас снять обзор, распаковку вот на этот набор от LEGO Education Express юный программист. Ну, как вы видите, коробка огромная, коробка большая. По размерам она очень похожа на то, с чем мы с вами раньше уже знакомились на курсах повышения квалификации. Это планета Steam. По размерам она такая же, огромная. Давайте посмотрим, что внутри. Сразу скажу, что здесь маркировочка стоит для детей от 2 до 5 лет. Развиваем инженерные компетенции, первые шаги в программировании, здесь мы тоже с вами будем развивать. Поэтому, девчонки, давайте посмотрим, что просто входит в состав этого набора. И в следующих наших видео я буду потихонечку рассказывать, какие же педагогические моменты здесь можно использовать, какие есть мейкеры и, в принципе, какие интересные занятия можно проводить с детками на этом наборе. Большая тяжелая коробочка. Мы сейчас посмотрим, что внутри. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что далее я буду снимать, как с этим работать, чтобы не пропустить ни одно видео. Девочки, в наборе идут вот такие вот классические кирпичики Лего Дупла, нам уже с вами известные. Для себя этот набор я открыла буквально не так давно. Это новинка, но для меня так точно, я знаю, что для многих тоже. Персонажи-человечки. Рассмотрим поближе. Ну, разнообразные тоже кирпичики для работы. Я его еще не открывала, честное слово. Специально это делаю вместе с вами, для того, чтобы вместе посмотреть, что внутри. Еще человечки и всякие детали. Дорога. Девочки, это экспресс, да, то есть у нас поезд. Поезд, который мы будем запускать с разными хитрыми кодами. Как эти коды мы с вами будем выстраивать, я вам покажу позже. На самом деле огромное количество деталей, так же как и в планете. За что я и очень люблю наборы Лего, потому что, покупая одну коробку, по большому счету, можно на ней работать со всей группой наших малышей. Коробочка. Здесь тоже продолжение нашей дороги. А, девочки, в комплекте всего 234 детали. То есть, ну, действительно, большое количество. Стрелки. Кто мечтал быть водителем? Машинистом поезда. Коробочки не нужны. Коробочки я уберу. И давайте с вами посмотрим, что входит в состав этих деталей. Сейчас поставлю камеру чуть поближе, чтобы вам было ближе видно все эти детали. Рассмотрим, какие есть карточки, какое есть приложение для планшета. В принципе, что еще тут интересненького.
Девочки, вот такое вот у меня богатство. Камера я поставила поближе, чтобы вам было лучше видно, что происходит у меня на столе. Также, как и в предыдущих наборах, есть карточки. Да, карточки, картинки. Их всего 6 самих карточек. Сейчас мы с вами их посмотрим. Вот такие вот карточки. Поближе потом покажу. С синей окантовочкой и с зеленой окантовочкой. Зеленый чуть попроще, синий чуть посложнее. Это игровые ситуации, которые вы с детками можете проиграть с этим набором. То есть есть какая-то игровая ситуация, есть интересная книга для учителя, так же как и в «Планете Steam», да, вот эта вот книжка с примерными, так скажем, скриптами занятий. Вы можете посмотреть, очень интересно. По этой книжке можно составить и ваш сценарий занятий, ваше календарь тематическое планирование. Я потом покажу поближе, как выглядит этот мейкер. Поэтому вот по таким картинкам вы можете создавать игровые ситуации и проигрывать их с детками. Так, их 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 карточек, с одной стороны зеленый, с другой стороны синий. Зеленый попроще, синий посложнее. Итого 12 игровых ситуаций. Что еще необычное мне показалось для набора для совсем таких маленьких деток от 2 до 5. Что мне показалось очень интересным в данном наборе, здесь появляется работа с планшетом. И опять-таки не так, как мы с вами привыкли работать в LEGO VEDU 2.0, где нужно программировать, составлять алгоритмы и коды. Здесь немножечко другая ситуация. Здесь в дополнение к вот этим вот нашим карточкам игровым можно установить программу. Программное обеспечение у нас устанавливается бесплатно со всех магазинов. Интернет, вот эти Play Market, App Store, устанавливаете в свой планшет, и там есть несколько игровых ситуаций, которые вы можете с детками дополнительно проиграть. Я себе уже эту программу установила, требуется привязка к Bluetooth, яркие картинки, вот такие вот, интересные ситуации игровые, 4 ситуации. Значит, первая ситуация — это у нас путешествие. В этой игре мы изучаем дорожные знаки, изучаем движение, учимся планировать свои движения, свои действия какие-то, да. Игра персонажи. Здесь мы изучаем тех персонажей, которые входят в набор, учимся с ними работать, выражаем эмоции, создаем разнообразные ситуации, то есть проигрываем те моменты, которые могли бы случиться с нашими персонажами. Следующая здесь игра — это у нас математика, да, ну куда без математики. Основа основ, тем более в нашем STEM направлении. Тем более здесь позиционируется тоже как STEM и STEM направление данный конструктор. И, значит, четвертая игровая ситуация — это музыка. Кто спрашивал, где искусство? Пожалуйста, музыка. Тот самый STEM, тот самый А-буковка, тот самый А. Вот. Давайте мы с вами посмотрим, как выглядят все эти всякие разные кирпичики и в чем, в общем-то, особенность данного набора. Углубляться в методику в этом обзоре я не буду, потому что мы с вами исключительно пока смотрим, что внутри. Поэтому давайте смотреть, что же здесь такого интересненького. Давайте же с вами разберем, что в этих мешочках, как это все выглядит и почему же это называется кодируемый экспресс, да, почему он кодируется. Отложим пока в сторону наши типовые кирпичики. Что-нибудь обязательно с вами потом сконструируем в наших следующих видео, зарисовках. Что могу сказать? Я прям открываю при вас, девочки. Не открывала. Вот это вот, это, ну так скажем, тело. Смотрите. Тело нашего экспресса. Сюда ставятся батареечки пальчиковые, обычные визитные пальчиковые батареечки. Включение-выключение здесь, и стоят в этом локомотиве, так скажем, датчики, которые будут считывать. Что же они будут считывать? Девочки, вот они, разные пакетики. Опять-таки, я вам сейчас прям при вас это все открою. Вот они, такие вот эти штучки. Что это за вкладыши? Когда вы выстраиваете дорогу, выставили вы дорогу, едет у вас поезд, и вам нужно задать какую-то задачу. Ну, например, игровая ситуация.
едут ребята на поезде и вдруг видят, как на рельсах лежит дерево. Лежит дерево, и нужно придумать, что же с ним делать. Какая у нас вот может произойти, какое может действие дальше произойти, если мы увидели дерево на дороге, да? Ну, например, кто-то из ваших деток предложит, а давайте остановимся, развернемся и уедем. Поэтому, чтобы остановился поезд, развернулся поезд и уехал поезд, для этого существуют, в общем-то, разные вот эти вот вкладыши. То есть у вас едет поезд, собираете вы дорогу. То есть вы обсудили с детками вопрос того, что же делать, если вот мешает нам что-то на дороге. Надо уехать в другую сторону. Как это сделать? И вот мы, когда уже строится дорога, вкладываем вот эти вот цветовые вкладыши. Их всего 5. Красный у нас означает стоп. То есть, ну, кто-то из ребяток предложил, а давайте мы остановимся, выйдем из поезда и все вместе, дружно уберем это дерево с дороги и поедем дальше. Могла такая ситуация произойти? Могла такая ситуация произойти. Поэтому остановочка стоп. Я буду дальше все это распаковывать и искать. Мне кажется, в этом пакетике тоже есть. А, вот есть, да, точки есть еще и в этом пакетике. А зелененькая, да, то есть вот это я буду оставлять тогда, чтобы потом было наглядно. Сейчас красная, это поезд остановился, зеленый. Кто-то из деток вам сказал, а зачем мы будем останавливаться, тащить что-то? Давайте уедем обратно и просто объедем по другой дороге, по объездной. Решение ситуации? Решение ситуации, почему нет, если да? Зеленая, да, девочки? Зеленая – это изменение направления, то есть ваш поезд ехал, он наезжает, датчики считывают цвет, и зеленый означает, что ваш поезд поедет в обратную сторону. Однако, когда он едет на красное, будет означать, что ваш поезд остановится, да? То есть вот такие вот вкладыши цветовые. Ищем дальше вкладыши, пока буду откладывать. Откладывать буду эти вкладыши. Так, здесь у меня их нету. Нету. Ищем. Навьё, девушки, навьё. Поезду иногда надо заправляться? Надо. Синяя. Посмотрим тоже, как действует. Желтенькая издает звуковой сигнал. Да, наш поезд издает звуковой сигнал. Обязательно в следующих видео мы рассмотрим каждую из этих цветовых вставочек отдельно. В TikTok и в Instagram я буду выкладывать маленькие коротышечки и показывать вам, что же они значит, как все выглядит. Так что обязательно подписывайтесь, не забывайте. Беленько. Включение-выключение света. Фары. Итого у нас с вами 5 вот таких вот цветовых фишек. Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, а сами по себе кирпичики, еще раз повторюсь, типовые, дупла. У кого есть дупла, я знаю, что у многих есть, полностью совместимые. Ну, это наш прицепляем, да, что называется, чтобы ехал наш поезд. Да, это мы будем прицеплять. Все потом отдельно снимем и посмотрим. Стрелка. Ну и персонажи. Персонажи тоже классические, симпатичные человечки Лего. И, как мы с вами помним, все из других наборов вы тоже можете брать и совмещать и с этим конструктором тоже. Я сейчас вытащу всех этих человечков и поснимаю вам, как они выглядят. Пока я не буду спойлерить, как их зовут и чем они занимаются. Обязательно это сниму для вас в отдельном видео. Поэтому пока я вам просто их покажу поближе. Давайте посмотрим, какие есть человечки. Друзья мои, вот такие вот персонажи, я их все достала. Обязательно сниму отдельный интересный мини-ролик про персонажи. Подписывайтесь и оставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Давайте с вами посмотрим, какие есть карточки, потому что именно по ним вы будете создавать свои игровые ситуации, с которыми с детками будете проигрывать в работе. Поэтому вот такие вот яркие карточки, да, то есть как ставите для себя те самые ключевые цели обучения, которые и заложены в нашей сейчас современной действительности и помогают для вас реализовать этот набор от LEGO Education. То есть мы будем с вами выстраивать последовательность событий.
Да, будем сами строить разнообразные циклы, использовать различные логические условия, решать всякие разные задачи, которые для вас ставятся на этих картинках. Развивать будем с детками критическое мышление, чтобы понять, что же с этим делать-то, да? Будем взаимодействовать с разнообразными ситуациями, друг с другом, развивать речь, да? Без развития речи куда же, какой же набор? И мы с вами помним, что в Лего-планете это тоже присутствует. Будем с вами выражать свои идеи при помощи цифровых элементов. То есть, да, мы с вами будем использовать планшет. Сейчас я вам покажу, что там есть. Да, напомню, что зеленые были попроще. Здесь у нас синенькие. Поэтому для каждого занятия есть интересные вопросы и направления в мейкерах, которые вы можете с детками обсуждать. И по этим карточкам интересно, в общем-то, составлять свои занятия, что не составит никакого труда. Давайте с вами посмотрим, что идет в планшете, хотя бы так примерно графику и что-то интересного. Поскольку у меня сейчас не собрана никакая игровая ситуация, просто давайте посмотрим, что есть, да, то есть вот такие вот игры с паровозиком, где можно им управлять, да, разнообразно. Обязательно на каждую из этих штучек, из каждой картинок я занятие сниму для вас маленькое видео. Планшет нужно будет подключить к Bluetooth, это совершенно обыкновенный планшет, без каких-то требований сложных. Главное, чтобы был Bluetooth, да, то есть такое вот приложение совершенно детское, игровое, с разными игровыми ситуациями, обязательно их с вами посмотрим. Ну что же, мои дорогие, мы коротко посмотрели, что же у нас внутри этого волшебного нового набора. Действительно, интересные фишечки, которых раньше не было. Отдельно, по каждому занятию, по каждому интересному идеям от LEGO Education, которые есть в мейкерах, я обязательно поснимаю маленькие видео, мы это все посмотрим. Посмотрим, как работают эти интересные секретные цветовые вкладыши, которые меняют действия, да, коды, да, мы создаем с вами коды. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, оставайтесь вместе со мной. С вами была Валерия. Спасибо, что вы всегда со мной. Всем пока-пока.